целом неплохо сложилось. Спринт довольно так неплохо провел, отстрелял на ноль, немного не хватило ходом. Вот. Ну, в принципе, и все остальные гонки был близко, как бы, но немножко не хватало либо одного промаха, либо чуть-чуть ногами. Вот. Ну, и сегодня эстафету попали в призы, наконец-то, как бы, долгожданная медаль. Вот. Наставления тренера были такие, что сегодня последний этап бежали сильнейшие. Вот. Я, может быть, немного не в такой форме нахожусь, как они. И у меня задача была стрелять чисто и стойку, как можно быстрее отстрелять. Вот. Я сказал тренеру, что я вас понял, буду делать все возможное. Но видели сами, наверное, то, что получилось все хорошо. Только хотел спросить, что съел перед ней. Ничего не ел. Функционально, говоришь, хуже себя чувствуешь? Как? Ну, отбежал весь чемпионат, все гонки, как бы по такой погоде, очень тяжелая погода. И в каких-то гонках, ну, лыжи как бы не столь сильно работали, то есть как бы выложился. Вот, и как бы после вчерашней гонки 20-ки даже не было как бы возможности хорошо отдохнуть. Вот, так что как бы, ну, насколько был готов, так и пробежал, можно так сказать. Как думаешь, УВАД готов принять кубок IBU? Да, я считаю, что УВАД достоин принять кубок IBU. Вот, здесь все для этого делается. То есть наш губернатор Владимир Владимирович приезжал, посмотрел. То есть все замечательно, как бы, все просто супер.